из этого безбарабанная яркая песня, например, вот такая куджавская. Он наконец явился в дом, где она сто лет мечтала о нем. Куда он и сам сто лет спешит, ведь она так решила, и он решил, и поздний дождь в окно стучал, и она молчала, и он молчал, и он повернулся, что посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть и Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь?